сразу скажу, что сегодня, во-первых, в результате той аварии, которая случилась, вчера задача была расселить жителей трех подъездов. 59 человек у нас сегодня провели ночь в пунктах временного пребывания. Все остальные по своему желанию от этого отказались, но были, ночевали у родственников. Сегодня с 8 утра организован был всех пунктов временного пребывания завтрак. И сейчас с утра прям буквально губернатором было проведено совещание. Была определена организация, которая занимается вот непосредственно обследованием того технопарка УГУ. Сегодня уже они работают в квартирах. Но сразу скажу, что вот в доме, в подъезде 8, 9, 7 этаж, сейчас туда люди не допускаются, потому что состояние серьезное, аварийное, было обрушение, было повторное обрушение. Но в целом пострадало 6 квартир на 9 этаже, 4 квартиры на 8 этаже. Это предварительно. В доме, сразу скажу, в доме 4 подъезда у нас. Вот, проживает порядка 822 человека, в том числе 274 ребенка. А эвакуировано в результате было сегодня 633 человека, то есть вот 3 подъезда. Вчера был введен режим регионального ЧС в Оренбургской области, режим ЧС в городе Оренбурге, в связи с тем, что количество вот населения, которое пришлось отселить, составляет более 50 человек. То есть это уже налицо режим региональной вот этой чрезвычайной ситуации. Кроме того, вчера были оперативно отключены, разумеется, электричество, газоснабжение, водоснабжение. Вот сегодня причем серьезная ситуация по газоснабжению. Транзитом с этого дома идет газ на соседний дом, пока у нас без газа остаются 2 дома. Но работы идут, в течение дня все это будет подключено. Сейчас мы думаем, как сделать так, чтобы население меньше всего пострадало.